Sen Asu ile evleniyor musun? Evet. Расскажи, каково быть брошенной, самым лучшим любимым преданной, засыпать, вспоминая прошлое, в своем сердце хранить вселенную. Расскажи, каково быть девочкой, с чутким сердцем, с душой отважною, утонувшей в любви доверчиво, сгоревшую ниже заживо. Расскажи, как быть чёрной, его словом, его мгновением, ненавидеть его так пламенно, чтобы ходить по стене. Расскажи, как быть чёрной, его словом, его мгновением, ненавидеть его так пламенно, ходить по стене. Расскажи, как быть женой, его словом, его мгновением, ненавидеть его так пламенно, но в глазах находить по стене. Расскажи, как быть женой, его словом, его мгновением, ненавидеть его так пламенно, но в глазах находить по стене. Чтобы сердце больное зажило, расскажи, как мы vazgeçtiğimi düşünürsen. O zaman aç bu mektubu demiştim. Seni bir ömre sığamayacak kadar çok sevdim. Eğer bir gün senden vazgeçtiğimi düşünürsen, bil ki senden vazgeçmemek için seni seven Kemal'i yok edip bir başkası olmuşumdur. Üzülme olsun. Şairin dediği gibi kuş ölür. Sen uçuşun hatırla. Benden vazgeçme ne olur. Bizden vazgeçme ki. Сердцем с душой.